Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на вот такой вот набор инструментов фирмы WorkPro, который содержит в себе 108 предметов. Ну, давайте посмотрим в начале кейс. Идет вот в таком вот пластиковом черном кейсе подвижная ручка. Ручка идет сама прорезиненная, вот с такими вот буграми, что, ну, очень удобно носить. Вес самого инструмента составляет порядка 7-9 килограмма, ну, короче, почти 8 килограмм. Здесь идут вот такие металлические защелки, мы их открываем. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь изначально идет вот такая пластиковая проставка. Она изначально была прикреплена на винты. Вот они, раз, два, тут сколько их штук, 6 где-то винтов. Это транспортировочная тема для того, чтобы все наши головки не разлетелись по всему. После того, как мы открутили эти болты, эту вот пластиковую штуку надо обязательно вставлять сюда, для того, чтобы, ну, инструмент наш не разлетался. Потому что если сверху все у нас закреплено хорошо, то вот эти головки, они, собственно, и вылетают первыми. Можно вырезать сюда, ну, вот такую тонкую ламинатную подстилку, ровно положить, и все, в принципе, будет держаться без всяких проблем. То есть, кому не нравится вот эта пластиковая штука. Ну, сам набор. Здесь 108 предметов. Что здесь есть? То есть, изначально основными базовыми элементами являются две трещотки. Трещотка идет, ну, на 72 зуба. Вот такого вот формата. Это у нас трещотка на 1,2 дюйма. 1,2 дюйма — это вот этот квадрат. Кто не знает, там часто спрашивают. То есть, это большая, хорошая трещотка. Далее у нас идет трещотка на 1,4, вот такая вот маленькая. Все у нас промаркировано. Кстати, вот надписи все довольно четко прослеживаются, то есть, ну, качество хорошее. Далее у нас отверточка идет. Отвертка, многие там спрашивают, а с торца есть ли вход под трещотку? Нет, нету. То есть здесь она идет не ударная и нельзя, так скажем, с усилием откручивать. Далее, что у нас? Удлинители. Удлинитель идет на 1/2 небольшой, вот такой вот. Что у нас здесь есть? Вороток, он же удлинитель. То есть можно использовать и как вороток. Здесь есть вот эта вот головка. И как удлинитель. Вот таким вот образом. Буду складывать на место все. Вот. Дальше, значит, по 1/2, да, пойдем вначале. Карданчик большой, тоже, в принципе, удобный. Два свечных ключа на 21 и на 16. Далее, вот здесь вот у нас имеются головки-звездочки Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24. Далее имеется вот такой вот переходник. Этот переходник нужен для того, чтобы подрубать вот эти битки. То есть они вот так входят сюда. Далее мы берем, например, трещоточку и вставляем. Вот мы используем, например, ну, большой шестигранник и так далее. То есть все это дело у нас работает через этот переходник. Это мы поставим сюда. Ну вот, да. Ну, позже вставлю нормально. Далее, какие головки у нас идут? Головки на 1/2 идут 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32. Самая большая идет вот она на 32. Вот такая вот здоровая головка. Дальше, удлиненные головки, они идут вон там сверху в блоке, но мы их посмотрим чуть попозже. На 1/2 какие головки здесь идут? Звездочки идут Е4, Е5, Е6, Е7, Е8. Обычные все идут метрические: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть они идут все по порядку. Также идет на 1,4 карданчик. Ну, здесь чисто для количество и комплектации положили 3 маленьких вот таких вот шестигранника. Они, ну, есть практически во всех наборах. Не знаю, зачем они идут. Вот, давайте сейчас я все уберу назад. Вот здесь. И посмотрим верхнюю составляющую этого набора. Там как раз-таки все самое, можно сказать, интересное. Сейчас пододвину. Таким вот образом. Ну, вот что у нас здесь есть сверху. Сверху под 1,2, под большой, удлиненные головки, вот они идут, на 22, на 19, на 17, 15 и 14. Удлиненные вот такие головки, без
резиновых вставок. То есть резиновые вставки у нас только на свечных ключах отдельно. То есть вот если посмотреть, то вот там вот, ну, тут свет так попадает. Но здесь стоят резиновые провставки, чтобы когда мы откручивали свечу, она, то есть, оставалась у нас как раз таки внутри. Далее удлиненные ключи на удлиненные головки на 1,4, на 13, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ну и, собственно, битки, вот все, что идет вот с такой вот нижней частью, это идет под 1,4, то есть под маленькую трещотку, либо под отвертку, да, вот они идут. Все, что идет без вот этой нижней части, то есть вот такие, это все идет под вот эту вот насадочку. Сюда вставляется и, собственно, используется. Вот. Ну и в верхней части там также есть у нас вороток и удлинитель. Вороток и удлинитель. Сейчас я поставлю все на место. Вот. А вороток такого плана на 1,2 небольшой. Кстати, головка довольно легко ходит по нему. И у нас здесь есть такой вот удлинитель. Удлинитель, то есть под 1,4 подходит к трещотке, и мы можем взять какую-нибудь там, например, битку и, пожалуйста, использовать уже с удлинителем. Ну, вот таким вот образом работает все это дело. Кстати говоря, вот спрашивают, трещотки смазанные. Трещотка, что маленькая, что большая, она идет уже смазанная. То есть сам храповый механизм, который внутри идет, он смазан. То есть вот если тут вот посмотреть, можно обратить внимание, что оттуда изнутри немножко идет масло. Масло именно в жидком виде. Потому что там ходят споры, что вот, типа, надо смазывать, не смазывать. Здесь все уже смазано. Что маленькая трещотка, что большая смазана. И смазывать необходимо жидкой смазкой. То есть машинным маслом, там можно трансмиссионным, еще каким-то. То есть для тех, кто использует густую смазку, типа литол, там и еще что-то, ее не рекомендуется использовать. Потому что зимой она замерзает. Либо после того, как она уже высохнет, со временем будут проблемы, то есть она будет как абразив уже использоваться. А жидкая смазка, то есть она всегда идет в хорошем таком вот виде. Ну вот так вот все дело мы уберем. Вот для транспортировки, да, можно будет обратно прикрутить винтики. Там они у меня есть где-то. Вот так вот закрываем. Кстати, замки металлические, замки очень удобные. Такого плана идут здесь. То есть не просто защелкивается, а вот таким вот образом. Ну, снизу, к сожалению, петли нету, но тут как бы такой вот пластик идет, ну, да более качественный. То есть за два раза, так скажем, точно не развалится. Вот такой вот набор, вес, ну, почти 8 килограмм. Довольно-таки добротный, хороший. Кто что думает по его поводу, пишите вниз комментарии, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.